Всем привет! Смотрите, какой у меня сегодня классный лук. Что-то на нашем канале в последнее время какие-то эротические видео. Ой, да блин! Я заказала, ой, в Инстаграме гольф, а он немножко мне... Маловат? Нет! Но я одевала его сегодня утром, услышала такое... Не поняла откуда, думаю, ну ладно, послышалась. А когда ты увидела? Прихожу на пары, раздеваюсь, Карина начинает усыкаться, такая: «Маш, ты где уже дралась?» Я такая: «В смысле?» А я поднимаю руку, она говорит: «Ты тут порвала». А у меня там такая дырка под подмышкой. Ну, как видите, она прогрессирует. Ну, короче, тупо шов какой-то несостроченный, и она расходится дальше. А ты где его купила? В Инстаграме. Ну, второй я заказала два. Второй я одевала уже два раза, он абсолютно... Да. За два раза он не порвался, вау! Ну, короче, напишу им, что типа фигня. Давай я тебя сфоткаю, скинешь им фото. Ну, новые должны, наверное, прислать. Но я по-любому... Или деньги верну. Даже новые, если пришлют, я этот вот Илье завесу куда-то зашить. Да, классно. Вот, когда я сегодня утром увидела эту дырку, я подумала: нормально, зашью дома. Белые нитки есть. Ну, это уже вряд ли зашли. Это надо машинка. Да. Это надо было видеть просто. Дала Маша кефир козий. Ну, блин, Маша, ну какого фига? Ты что? Я же тебе сказала, козий кефир купила, очень вкусный. Блин. Ну что ты, это тебе? Знаешь, какой он дорогой? Взяла полстакана кефира и испортила. Ему опять? Пей давай, он полезный. Да вот козий. Так какая разница, он же там не слышно, не чувствуешь. Нет, запаха типа никакого. Там... Он более плотный. Типа я же чувствую вкус козы теперь. Фу, откуда я знаю, какая на вкус коза? Боже, вообще, вот. Вообще, никакого привкуса нет. Да, спасибо. Сейчас ну, попробую. Ну, блин! Вымя! Фу. Зачем ты это сказала? Теперь я буду... Отвечаю, оно такое послевкусие, терпковатое, со вкусом кожи и волосков. О, боже! Офигеть. Купила козий кефир. Знаю, что полезная штука. Вот, смотрите. Было там еще козье молоко, но знаю, что козье молоко, оно типа как, не знаю, воняет всем чем-то. Но я никогда не пробовала. Это твой, мой? Боже мой, кто смотрел этот выпуск? Это просто капец, а не Максимка. Так вот, продолжим. Что я там еще сегодня купила? Я уже все в холодильник убрала. Меня сегодня на молочку потянуло. Я купила кефир, творог, молоко. Маша уже положила. И супер-мега вкусный кефир. А Маша... и хотела сделать блинчики. Блинчики хотела Маша сделать. Маша звонит. Или что купить? Я все купила, говорю. Сахар есть? Нет. А? Нет. Не было сахара и муки. Как бы блинчики дела, не знаю. Так можно и так обойтись. А Маша захотела сделать жульен. Говорит, давай сделаем жульен. А нам надо сегодня съесть манго, Маша. О, ужас! Давай сейчас это сделаем. Потому что мы потом не захотим. А его он уже дал? Да. А пахнет, слышишь? Что сказал? А его он уже, да? Не скримьте, пожалуйста. Боже, мягкий. Так, не жмакай его. Помой. Ты не хочешь переодеться? Да, как бы. Маш, ты переодеваться шла. Шла. Погрузилась переодеваться. О, тебя? А, да. Это как с машинами. Нельзя грузить вес, который превышает вес самого автомобиля.
Умная, да? Автомобиля. Автомобиля. Вот. Вот поэтому я хочу залезть. Мама не разрешает. Ну, я в тапочках позорных. Фу, стыдно. Я тоже сейчас думаю. У меня прыщ. Болит. Да. Ну что, дочь моя? У нас такие огромные планы, а вообще-то уже вечер. Мы хотим съесть манго, гуаву, приготовить блинчики и жульен. Как мы это будем? И еще... Вот весь вечер будем жрать. И вообще гречневой каши ты купила пожарить... А, нет? Умнявка. Немножко запуталась. Я когда сильно улыбаюсь, у меня здесь как будто бы дырка. Но у меня здесь не дырка, у меня там просто зуб кривой, он туда вот, вовнутрь. Понятно. Там зуб есть, понятно. У меня все зубы на месте. Да, тогда это у меня не прыщ, а бабочка. Бабочка. А в моем мире только пони. Они питаются ладукой и какают бабочками. Кто тут хомячит? Хомяк. Хомяк хомячит. Маша, передам от тебя привет, окей? Маша, я сегодня купила очень дорогую телятину. Зачем? Я зашла в какой-то магазин мясной. Подумала, ну значит там все с мясом. Мясной магазин. Боже, 177? Посмотри, 177 гривен. Это что, ну это... Я не знаю, но мне уже было стыдно сказать, нет, я не беру, не упаковали его. Это лопатка, это говяжья лопатка просто, понимаете? 600 грамм, полкило. Килограмм стоит 290 гривен. Умножаем на 2, ну короче, 600 рублей. Не знаю, почему у вас... Но у нас килограмм лопатки стоит в Новусе около, по-моему, 120 гривен. А это 300. Оно, может, кошерное, я не знаю. Нет. Да. Нет. Моё мыло. Она что, серьёзно? Мама. Домой хомячок. Я буду кусаться. Домой хомячок. Уже кусаю. Ай, держи хомяка. Прыщ. О, ужас. Я голова грязная уже. Снимай меня полностью. А, у меня нет. Ой, испугались. А чего ты испугались? Ой, я пугаюсь. Она опять выплевывает корм. Не сори. Она просто, когда садится мне на руки, обсирается, короче, она боится. Начинает выплевывать. Ты пищишь ей в уши, видимо, она пугается. Тубинка. Боже, она такая жирная. Сейчас начнет писать в комментариях, хули, чтоб тебя так взяли и сжали в руках. Ну как? Сейчас не пукни, это будет. Мы смотрим ужасную передачу. Это ужасно просто. И ось на черговий кастинг Максима запрошує світська левиця Світлана Бойко. Маша, тебе нравится? А? Тебе нравится? Что? Передача. Нет. Хватит сорить. Посмотрите. Ты что? Держи. Ты что? Я бы не хочу заметать. Она уже и тут наплевала. Ты засрыха. Обалдела? Фу! Меня обрыгали? Ань пошла пополнять запасы. Имечка, тебя бросили, да? Тебя бросили, моя зайка. Зайка.
Зайчик. Внимание! Там ничего до сих пор не происходит. Это спустя где-то полтора часа. Мы залипли на следующий проект. Как проект называется? Что-то... Эксы. Короче, прикольно. Но Машину реакцию я, наверное, буду сейчас снимать, потому что я усыкаюсь просто. Маша сидит в лифчике, потому что она сняла кофточку, вон она. И жаловалась. Вот это наш любимчик. В кавычках. Маша ему дала клич. Маша дала ему кликуху. Как? Перегной. Перегной. Это его бывшая. Они пытаются помириться. Мне повезло, давно отхватил такую красавицу. Отхватил красавицу. Перегной. Лучше ты как-то вообще, куда это родиться вообще? Я не знаю. Он просто постановочный, ему заплатили, чтобы он так себя жил. Это даже не обсуждается, мы просто с Рокосом на этот прогноз, поэтому... Я думаю, нам нельзя снимать эту передачу. Могут заблокировать, да? Да. Я буду просто реакции снимать. Не успеваю. Я не могу все снимать. Люди помогают просто. Для того, чтобы привлечь внимание и как-то проявить себя и стать лидером, чисто для привлечения внимания. Игорь! Серега, слышишь, Ольга, я всегда вспоминаю этот видос из уральских пельменей. Ха. Ты видела? Да. Ого! Наконец-то реклама. Маша, давай готовить кушать. Когда сказала, пойдем готовить ужин. Телефон твой, ножницы. Ой, можешь убрать ножницы? Тут еще ноутбук, Маша. Понятно. Тебе как помочь? Вытащи меня. Как? Я же не могу не снимать. Ты понимаешь? Нет. Что нет? Что я недоразвита. Да. А ты плохая мать, и мне надо сводить к врачу. Ребята, уже водила. В смысле?
сказали, перерастет. Да? Когда оно там должно перерасти? Можешь присягнуть нож? Ты как-то плохо тянешь. О! Ты опять скажешь, что у нас тут? Нет, нет, ты должен меня за ноги тянуть. Ты мне обратно схватил! Так, все, я устала. Тяни! Боже, ты дурочка. Тебя штаны стирать придется. Да. Я сейчас пукну или убесяюсь, выбирай. А можно ни то, ни другое. Мы давай просто сидим в манго и ляжем спать. Нет, я хочу жульен. Блинчики. Хочу жульен. Давай мы это отменим, пожалуйста. Я с ней живу. Между прочим, у нас вообще-то чистый пол, не знаю, где ты, где тебя носила? Когда ты последний раз убирала? Я? Последний перед раз Египтом, да. А ты? Так я убирала 3 дня назад, уже пора было снова. А? С кем я живу? Ай-яй-яй-яй-яй. Короче, пока там они дерутся, мы решили съесть манго. Маш. Наверное, придется проколоть этот прыщик. Ой. Ну, я не знаю, ну, типа, говорят, что, типа, лучше не трогать там и все такое, но просто... Надо проколоть, я тоже всегда так делаю. Я не знаю, я не буду его сильно давить, но там столько просто собралось всего. А как же вот та супер штучка? Она не работает. Не работает? Нет, я не знаю, как она должна работать, но она может лечить прыщ неделю, за неделю сам пройдет, спасибо. Может работать, я пользуюсь, у меня просто не было такого прыща, на котором я видела... Результат. Ну, типа, да. Может и работает. Может, ты что, хочешь сейчас выдавить прыщ? Нет, сейчас я иду готовить жульен. Мы сейчас идем. Сегодня Хэллоуин, кстати. Давай вырежем морду из манго. Я сегодня смотрела на тыкву, но мне было так лень. Тоже. Я сегодня сижу с девочкой такая, блин, Хэллоуин, надо бы с мамой снять какое-то видео на хэллоуинскую тему. И первое, что мне приходит в голову, говорю, о, девочка, сегодня будем вырезать тыкву с закрытыми глазами. В конце видео никого нет пальцев. Вот именно. Я вообще не люблю вот эти все поделки, самоделки. Я ненавижу такое дело. Я раньше любила, я прям жесть как заморачивалась. Никогда не любила. Один раз я была сумасшедшей какой-то ковбойкой. Прям чокнутой. У меня была шляпа такая ковбойская. Румян себе нафигачила столько, что мне кажется, все думали, я клара красный светофор. И стояли, не подходили ко мне. В другой раз я была никем. Мы просто дома тусились. Третий раз, то было уже давно в детстве. Ну, я уеду вот на выходные. Да. А ты будешь Хэллоуин отмечать, да? Пойдем в Талах. Куда? В Талах. С кем? Не знаю. Потому что не пойдем. Это все так абстрактно. Я говорит, не знаю, как его мыть. Просто был мой. И не сутулься. А я уже помыла этот. Я думала, ты оба съела, вообще-то 2 тебе привезла, но я смотрю, Маша один оставила. Ну, конечно же, буду сразу всыхала. А я вот как раз хочу я все время, пока с тобой лежал, поделяться я хотела попробовать взять вот так. Половинкой. Не получилось? Я же тебе говорила. О-о-о. Аккуратно, сейчас соскочит. Ой. Промахнулась. Пахнет, кстати, странно. Ну, манго так пахнет. Ёлкой пахнет. Да? Нет. Я почему-то, кстати, заметила, я всегда кашляю от запаха манго. Вот манго кашляешь? Вот именно когда... А ну да, сильно вдыхаю, мне хочется кашлять. Сильно, глубоко вдохни. Значит, это у меня какие-то отклонения. А его не обязательно чистить вообще-то. Просто хотела это так... Все, хватит, не надо. Так, ну... Да, срезала 0,5 мм манго. О, ужас!
ела? Да. Каждый день давали нам манго на обед, и на ужин, и на завтрак, по-моему, короче, Боже, постоянно. В одном отеле, где я была в Египте, ни разу не давали манго. Манго, да, у нас были постоянно. Манго, гуава, яблоки, груши, апельсины, дыни. Гуава, да, гуава всегда есть. Ну, яблоки, апельсины, то такое, апельсины какие-то не очень. Да, апельсины невкусные. Ну, манго, конечно, зачетная, реально. А, классно было бы сейчас. Как можно... Надо еще здесь. Ты ножик взяла не очень. О, я нашла вкусный. Его знаешь, как режут? Его сразу так дольками режут. Ты хочешь его раскрыть? Его сразу режут дольками. Как там дольками, что? Ну, как арбузик, типа. Тык-тык, а потом дольку отдирают от, от этого, да. Да, и потом отковыриваешь, все равно хочу она... Хочу отковырнуть, подожди, ну, попробуй. Да, если косточка прилипшая, то будет тяжело. Да, он мягкий уже очень. А, блин, такой вкусный, я представляю. Мне так обидно, короче, Карина мне сказала на днях, что она ни разу не пробовала манго в своей жизни. И я вспоминаю, у меня лежит просто килограммовый манго, короче. Не так, не так, не так. Маш, давай я. Нет, у меня уже руки грязные. Скажи, как? Ну, вот так туда надо вот так подковыривать. Да. Ой, что ты делаешь? Аккуратно. Да. Еще кусочек отрежь, будет проще. О! Тарелочку сразу не боюсь. Нет? Сейчас, если это не... О, боже. Можно я укушу? Кусай, конечно. У нас тут уже на жульен курочка сейчас закипит и сбежит. Ой, ой, извините. О, боже мой, это шея? Это что? Боже. Это самый вкусный манго, который я ела в своей жизни. Скажи. Да, его надо есть над тарелкой или лучше над умывальником. Я хочу, чтобы ты не заканчивалась. А я думала от него детей. Хочу от него детей. Кто там не ел манго, кусочек завтра отвези. Как? Я все съем. Не, не съешь. Маша будет готовить жульен, прикиньте. Что, ты еще удивляешься? Нет. Ну. Так, ну я тоже хочу уже кусочек. Я понимаю, что он очень вкусный, я все понимаю. Ну давай, это... доедай. Может, доедай. Карина, я не знаю, каким-то образом я должна завтра ей... Это отвезти, да. И кокос ни разу не пробовала. Ну, как? И арахисовую пасту. О, ну. Вроде как не то, что не было возможности, просто типа интереса не было. Уже как может не быть интереса попробовать манго? Вкусный. Класс. А я ем гуаву. Это тоже очень вкусно. Тебе оставить половинку? Может? Да. Она тоже уже доспела. Пахнет гуава так. И манго. Гуава пахнет намного интенсивнее, чем манго, я вам скажу так. Да. Это правда. Но с манго для меня ничего не сравнится. Люди да. отмечают Хэллоуин с тыквой, а мы с манго. Смотрите, какой большой. Не могу спокойно на это смотреть, мне надо кушать. Где пультик? Наша любимая передача. А, здесь реклама. Вопрос не меняется, где пультик? А. Курица варится? Варится. Тебе хорошо? Я бы сказала, что я от него хочу детей, но детей не хочу. Когда наелся манго.
Ел бы еще, но больше некуда. Впитываешь через палец. У нас реклама. Я хочу есть больше, но я не буду. Почему? Мам. Хочу еще. Оставь. Он нормально ему будет. Просто если он испортится, то я его сейчас доем. Ну, съешь еще кусочек. Что? Съешь еще кусочек. Ладно. Она только что ела с ножа, облизывала нож вот так вот. Нет, 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 плохая идея. Я тоже. В школе такой зимний, что нельзя к себе резать. Ой-ой, сильно жирный, тоньше, тоньше, пожалуйста. Я даже не знаю, может, стоит выложить отдельным куском это видео. Мама, хватит. Что? Выкладывать отдельно куски. Это плохо. Да. Я уже поняла. Выложить отдельный кусок про Монобанк была моя идея. Боже мой, несчастное трехминутное видео. Ой, твой прыщик скоро выйдет сам, мне кажется. Да-да. Вау! Чего-чего? Вау. Главу я не буду. А, я все жду, будет Маша гуаву доедать или я могу съесть. О, она мне говорила, не знаю, не знаю, и я жду. А не я знаю. С удовольствием доем. Ты обязана, обязана это все еще раз повторить. Нет, это мерзко, мам, я не хочу этого. Ну, я рассказала в подробностях, как выдавила прыщ. Это было очень увлекательно. Нет. Да. Не кипит? Чё единичка стоит? Потому что я волновалась, что сбежит. А когда ты это сделала? Когда мы еще там манго чистили. Но оно кипело, и ты потом смотрела, оно опять кипело. Потом перестало. Ладно, я думала, готово. Сейчас проверим. А ты солила? Нет, не надо, не надо. Надо, конечно. Посоли и пусть еще 5 минут поварится. Сделай тихо, я готовлю. Мне не нужны твои подсказки, ты варишь больше заправки. Так. А блинчики я не буду жарить. Будешь? Не хочу. Хочешь? Нет. Я нашла такой рецепт классный, блинчиков. Вдохновилась вчера. Вчера. Вдохновись еще раз, посмотри еще раз рецепт. Ладно. Пульсирует. Целый день сегодня, когда смотрела вниз, я его видела. Это ужасно. Я прям чувствовала сегодня этот день, как он растет. Реально, я понимала, когда он стал больше на долю миллиметра. Как щеки, когда ты ешь халву? Да. Наконец-то мы продолжаем готовить жульен. Курочка супер. Попробуй. На соль как? Так, ну что, почистить лук? Сделать тебе приятно? Да. И порежь. Пожалуйста. Я нарезала лук. Две луковицы Маша его жарит. Здесь у нас курочка. Очень вкусная. Вау-вау-вау. А это моя гречка. Вау. Это... Да, не сильно, не пересолить. Да, не буду пересолить. Хотя грибы очень впитывают соль, и их тяжело пересолить. Реально, их надо хорошо солить, да. Там уже у нас пожаренный лук, да? Да, и грибы. Грибы и курица. Офигенно пахнет. Ничего себе, ничего себе. Покажи им всем, что ты чувствуешь. Да.
Не ожидала, что это будет так выглядеть. Что тут у нас? Вау. 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 Вот поэтому я не люблю готовить. Я только что сказала, вот поэтому я не люблю готовить. А мне Маша такая, ты убираешь. В Инстаграме сегодня целый день закрываю этот ужас с смайликом в виде сердечка. На Ютубе так нельзя, а я еще плачу. Почему? Лук. Уже давно я резала лук. Так уже все, давно уже все. Такие, такие несчастные, два несчастечка стоят. Ой-ой-ой. Боже, я так обожаю, кстати, сливки. Я половину одной бутылочки выпила. И осталось несчастных 5 грибов. И что? О, улиткам отдам. О, прекрасно. Что с Вейни? Да, они все едят. И можно Эми кусочек дать. Маленький. Ага. Кажется, сейчас будет очень пахнуть у нас. Молчу. Ой, горит. Горит. Мама, тихо. Сейчас горит, пока Маша историю запишет. Все? Хай горит. Смотри. Хозяйка, блин. Кого ты такая? Вот, выживаю как могу. А ну еще раз повтори. Повтори, пожалуйста. Выживаю как могу. Да, я говорю за Тоша, повтори. Он сказал Тоша. И что-то еще, но я не поняла. Ты не снимаешь, как я тут? Пойма спит уже. Кажется, задолбали вы ночными своими приготовлениями. О, иду. Почти. Пахнет як вкусно. Такая сосредоточенная. Это тебе не хухлы-мухлы. Не борщ с заправкой. Я всегда кладу себе кусочек больше. Я просто думаю, тебе будет мало на самом деле. Нет, мне не будет мало, это точно. Я чувствую себя вот в такие моменты обжорой, мам, из-за тебя. А? На сайте написано, это 6 порций. Они пиздят. Это неправда. И еще и горшочки. Они хотят в горшочках, чтобы я отчитала. 6 горшочков должно получиться. Они, видимо, ну, правильно, вот это 2 порции, вот так вот. В смысле, что это за горшочек такой должен быть? Пук миньона? Все, я уже хочу. Это самая любимая часть. Боже, как вкусно. Слышите, как Тоша разговаривает? Эти открыточки куда-то ты... Нет, можно выбросить. Смакуй натурально. Блин, что я сделала? Да, я в шоке. Я очень хочу попробовать. Итак.
оценим Машин жилье по 10-бальной шкале. Не надо. Я не люблю, когда оценивают. Просто скажи, вкусно или нет. Так как это не любишь? Ты как раз... Он сказал Маша только что. Понятно, кто тут босс. Я услышала Маша. Пока ты дуешь, мой жилье остывает. Можно быстрее? Я жду, пока ты будешь возмущаться. А, на запах 10 баллов, это 100%. Температура тоже. Нет. Не надо. Не перебивай вкус. Этого идеального жульена. Чисто мама босс, мама босс. Это вообще очень-очень шикарный вкус. Десяточка, 100%. С плюсом. Вау! Мама, меня теперь возьмут замуж? Замуж тебя не возьмут. В жены может, а замуж, но никак. У тебя кое-чего не хватает для этого. Возьмут замуж, выходить замуж. Меня возьмут замуж, замужа возьмут. Да, точно. Можно сказать, еще на мне женятся. Ну да. В жены меня возьмут. Меня возьмут с жены, надо говорить. Я не знаю, напишите в комментариях. Короче, мы погнали есть. Я тоже хочу. Маша, ты просто звезда. О, приятно! Я тебе отвечаю, просто... Вообще, конечно, еще на фоне моего вчерашнего борща. Он был вкусный. Позавчерашний вообще-то. Ну да, позавчерашний. Я весь съела. Угу. Вы знаете, у меня идеальная дочь. Немножко рукожоп, но все равно она идеальная. Чего? Она убирает после того, как приготовила. Не, я иду тоже. Я уже убрала. Я так вообще уже обрадовалась. Смотрю, тарелочки убрала, все в умывальничек сложила. Я убрала, что надо было убрать в холодильник, и я же залила. Все, хорошо, это я помою. Только помыть. Спасибо тебе, любимая моя дочурочка. Ты очень молодец. Ты очень молодец. Иди. Ну вот, я почти все убрала. Остался поднос, я его замочила. Остатки я переложила в тарелочку, поставила в холодильник. Нашла грибы, которые хотела дать улиткам. Дала улиткам. Хочу посмотреть, будут ли они их есть. Это мои младшие. Ой, не снимала. Младшенькие. Будете нямать. Вообще они любят. Это белок для них. Растительный белок, который им нужен. Ха. И они его очень любят. Эй, ты мутантик. Вот здесь еда. Повернись, пожалуйста. Вот она. Смотрите, что происходит. Видите, у этого один рог, единорожек. Так, хорошо. Эти начинают кушать, сейчас очередь больших. А вот и наши малышки. Эти разбежались, а вы будете? Да. Как вам мои монстрики? Хотели бы таких монстры? Видели вообще таких? Это вообще уже конец видео. Кому не интересно про улиток, можете выключать. А кому интересно, оставайтесь. Привет.
У меня есть канал про них, там больше видео про улиток. Но эти кадры попадут во влог. Так, кто-то начинает кушать. Кажется. Оставлю им на ночь эти грибы, посмотрю утром, что останется.